Не знаю. Мне Я бы сказал сказал... спокойно. Сказал, да. Что тут забыл? Мой член как бы с твоей нахуй губой, блядь. Сядьте кто-нибудь к Мордаунту просто. Блядь, сядьте кто-нибудь, ты надпись Блядь, нахуй. лё, Лё, бля, бля, я у тебя сижу. хуль ты ковчега не собираешь, сука? Да сука, починись. Да А, хуй, Коль, блядь, ты стой, стой, Кость, починиться, не ссай, мне не надо ссай. сфу хп, браза. Не, ну ты А. починишься, у тебя восстановятся стеки. Во, Опа. стеки. Вот этой хуйни, колчедана. Ебанулся, что ли, Кучедан стакать Ебать, там? два Не, элемов, две Слава. куртки, пары ботинок. Наедь Кинь, пожалуйста, Кучедан на куда-нибудь. Круг ебучий. сейчас. Слав, кинь О, куда-нибудь блядь, Кучедан реально куда-нибудь. ебать. Кринж, Ради нахуй, интереса. никогда такого не было. Накинь, да, нажми цифру 2 просто в сторону куда-нибудь. Не в босса. Я пытаюсь посмотреть, Рага, у нас одна на двоих или это нет. Ну чё вы там, блядь, долго дрочить будем? Да. Чё, пуляем? Погнали. Да. Ну, кстати, я пока вы, когда вы заебашите Левиафана, я по идее в это самое. Гаганаша бы пойду. Там каучедальник О, сразу блядь, собираю, 300 вот ладно? это что ли, блядь? Да. Все, О, давай, да. лезь, брат. Я стаки, думаю, не проебу. Все, Угу. нахуй, пошло, добро, бля, ёпт. Ну ты, блядь, Алло, подлец. Войт, откисаешь, ёпта! Алло, нахуй, пиво! Топ ДПС даже тут, нахуй, все, да, давай, нахуй, цей. Ой, блядь. Какая сука передамажил на 3000, нахуй. Опа. Аксессуары. Хуйня позорная. Сейчас сразу на робота. Да, понял, сказал. Это тут Нет, вообще падает. 35, еще ебанулся. Откуда 95 меткости, нахуй, дядя? Еще в силу забит, нахуй. Ты уже в хасу должен буду забиться. Так, а что можно с работы выпасть? Ёпта. Так, разрушить. Ну-ка, с Игнисой что-то надо вообще? Ничего не надо. О, Я глаз про матери. походу Войт замутил, да, Войт? С робота там кинжал О, а прикольный. можно щит себе заберу? Пульсирующий магический щит, пиздец, Че, охуенный. здесь тоже разговаривать нельзя? Вроде не РТ. Да. Чатик Дара. А есть еще один классный. Я-то кресты раздам, кому надо. Кое, сдашь, Минус блядь? травист. Грозовая гряда, нахуй. Понял. Могу рыбу поставить. Где Рома? Ставь, Рома похуй. здесь. Кое, сдашь или кулаки всем? Я Давай поставила. кушаем сначала. А кто у нас танк? Следу танк. Ведринг танк? Нет. Танк. В ретрике. И... Твой тоже в ретрике? Похуй. А чё, мы его не захилим, что ли? Согласен. Реально похуй. Гений, блядь. Сказал ты Не 4. захилит они нахуй. Да, Кость, ладно, ты спекл остался в ДД. Все, заебись нахуй. Илья чисто выпил 2Т5. И все такое вообще Выпил просто. 2Т5, чисто 2Т5 Выпил. только. Вы Видите ли, видели? я просто не знаю, мне очень нравится пока что. На А кого это ты именно еще в 25? ДЦЛ. Ну, я пока только в ДЦ попробовал, но это уже небо и земля. А представь, когда 4Т5 на холика будет. Ну, если будет 4Т5, то все, я сразу автоматом на хулика Мне хоть приз. сказали, что по факту 4Т5 на холик. На ДЦ такая гадость вообще. Прикольная 4Т5 штука. на холика? Прикольно. Ой, на ДЦ, на ДЦ. Прикольная штука, но такая гадость. По факту. Типа, что сам вот этот, как бы, купол цвета, он, ну, как бы хорош, но у него радиус очень маленький. Ну да, я с тобой сидел в этот момент здесь, с этим, с... А колодец он в 4Т5 ставится или в 2Т5? 2Т5, но почему в 4Т5 холик лучше, чем в 2Т5? Это потому что у тебя вот круг света, способность, она, во-первых, еще дополнительно создает малые круги света, и... круги исцеления, точнее. И каждый такой круг исцеления, он
отгадашивает унитаз на 2 секунды. Ну там еще какая-то херня вроде. Все, давай. А тут, по-моему, надо лужи, да, всякие ходить выносить. Хуйня, АФК-бот. Реально. Я тут жопу кидаю. Сейчас нахуй. Черная лужа подальше от рейда, с белой не сильно далеко у нас. Ну, с белыми. Зависит от нас все. Опять убегаем от него. Так мы же еще не в хейме, какая нафиг разница? Ну же, ты только в хейме остается. Ну вот сейчас будет оставаться. А там в хейме надо сердце не добивать или наоборот добивать? Нет, наверное, добивать. Ну вот сейчас мы его перевели. Теперь есть смысл носить от этого. Но иногда можно так и видеть. Опа, я успел дать 5 этих. Уже скрус играть. Да, бляха, опять не да. Сейчас меня Войт перегнал. Ёбаный урод, позор нахуй. Войт. Пиво. Больше не топ ДПС. Там, блядь, хули. Освещение, блядь, настакал, нахуй, стоит, блядь, хуй не дует. Бля, я так и не массу звездного огня шикарнейшая. Валя, 4-5 штук все, конечно. А у тебя... О, а можно грудак забрать? Нет. То, что надо, бери нить. Давай, киньте, я плюснул в гичат. А вы можете выйти за суммонить или впаду? Побежишь нахуй. Когда впаду. Да, мы пойдем на Торима? Нет. Выйди один кто-нибудь. Чтобы Торим убить, тебе нужно еще убить. Я выйду сейчас, подожди. Не у двух боссов. Ну, а можно одного. То есть тебе нужно убить собрание, чтобы открылась дверь, и этого хуесоса, чтобы пройти. Нет, собрание мне без... А-а-а, я понял, нахуй. Собрание надо убивать. Не, подожди. Мы сразу собрание убивали? Да. Мы собрание снова убиваем. А, Калагар, собрание разве не надо? Нет. Надо. Нет, там вроде сразу все открыто. Да? Я просто помню, мы убивали Калагарна, не убивая собрание. Здесь, типа, вот Калагарн, и потом вроде сразу Ториму нужно. Ой. Чё? Просто им ТФК. Я не знаю. Ну, что было по ХПСу? Исцеление. Транквило. Понял. Ты видел вообще щиты? Оп-оп. 53 щита установил. Пиздец. А ты видишь, сколько щитов? Details. Понял. Ну ладно, из-за того, что... Рома, давай быстрее открывай. Вообще, по идеале, чтобы ты завтра уже был бы за 2-5. Какое? Это невозможно. У меня пачка перенесла весь воронка фарм на четверг. Они сегодня сходили в око, и у них у всех КД. Тем более, блядь, чисто за свои воронки 6. А с Калагарна же есть? Я уже в вестибюле. Я вчера 4 штуки фармил, сколько? Я фармил их с 7 до 2 ночи, ебать. Я не знаю, в чем прикол вот этих. Да, мне еще надо 2 воронки, чтобы этот манускрипт сделать. Он очень много маны сейвит. Ты сначала открой Т5, потом манускрипт.
Вы в Каргир завтра на сколько хотите пойти? Ваня сказал где-то по сколько? В час, наверное, по... Ну, сейчас, если рынок не формантуешь. Потому что, наверное, с воскресенья. Можно с вами в Каргир? Можно. Да, да. Заходи. Только печать анрол. Не, ладно, пофига этот... Да не, что ты, блин, что ты там, что ты можешь так? Оперу будете бить? Оперу? Да. Оперу, не, это геморрой. Мы хотели... Ваня сказал, мы можем побить ради тотема Деву вроде. Так она называется. Ну, Деву, да. Чисто, там тринка падает. Ну, это надо погодить, чтобы Ванёк, чтобы у людей было заинтересованность. Понимаешь, чем прикол? Там есть механика, которую никто не хочет осваивать. Вот все. Бля, я помню. Там от обычки сильно отличается. Конечно, очень. Вообще, блядь. Это там другой. Там разы, типа банально тоже копыта, типа там вообще другая механика начинается. Да. Копыта. Я просто очень... в Каригер только оперу не закрывала, по-моему. И слава богу. Ну, в тот раз закрывали, нет? Слава, освободи меня встретить эту ауру. Опера, где это... Где стол, да? Где нужно еду кушать? Да, да, да. Нет, опера нет. Опера нет. Это нет, на этот... Это, кого? Это гостиница, или так, она называется? Нет, там. Это Мороз. Ну, там прям трибуны такие. Это с Морозом, хуйня. Тихо, это, да. Опера — это сцена. Да. Там, где в обычке... Там, а где красная шапочка. Это, да, при нынешнем году можно очень быстро выпить. Там нужно для ХПС хорошего. Нужно как-то ему назначить свою... Ну я теперь роль. Не знаю, подумать, что... Ты, Ваня, ты возобновил попытки выбивания долгонога? Ну, можно попробовать. Если я пойду. Да, он тебе нужен. На всем ХП. Ходит с долгоногом. Я хочу попасть. Ну, топ ДПС еще. У вас лок есть? Нету. Не, долго будет. Вы так не убьете десятки обычки. Долгоног этого. Долгоног, голда. У тебя же если долгоног головного мозга, блять, Ваня. Дети тут падают. 4 утра. Так у меня тоже. А можно тактику? Эту треки хочется взять просто. Хорошо. Делай как я. Там все просто. Видишь под собой... Видишь под собой... Когда... А видишь под собой красную хуйню, отбегай. Смотри, Настя, такая тема, от, что... От красных точек на полу отбегаешь, когда будет кассуровый удар, заходишь в черную дырку на полу. Когда зашла в черную дырку, надо отойти с места, от которого ты зашла. Отойти от места, в которого язык заплетает. Сама не заходишь туда. Значит, ты можешь все равно умереть, но все равно есть хилы. А, там еще появляется... Черную дырку заходишь только под кастровый удар, ну, скажут. Еще появляются блуждающие эти звезды, которые нужно заливать. Взрыв одной снижает пол хп, значит, рейду. Так, от звезд надо убегать или что? А то не убежать от них, просто я тебе сразу говорю, что нужно... Вот, ауру огня возьми. У меня третья есть, вкачанная, вот и все. 50 минут, да? А что там за три не снял падает? 10 миллионов, блядь. Второй танк кто будет? Дайте им твои 300. Десятый нужен, да. Это метеоритный кристалл, вот это будет? Да. Только не знаю. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Только не знаю, зачем тебе метеоритный? Звучит неплохо. Он я бы хотел бы с Йоксарона груда токен на паладина грудак. Ну давайте, чё вы нахуй стоите, блядь. Блять, я забыл же, сука! Нажми тегера, пожалуйста. Не хочу ГКД проебать. Ну, можно и так, в принципе. Так ты сказал, нажми. Я нашел. Все правильно, справедливо. Ну ладно, нас.
На полгера проебется сейчас. Быдло получаю по заслугам, так скажем. Все правильно, все правильно. Справедливо. Я просто на нем ни разу не была. Все, хуйня, давай по новой. Смотри, как появляются звезды. Звезды бьет ровесник. Повист. Потом заливай любую. Смотри, сейчас будет залив. Смотри. Кара, видишь, на полу красный? На полу бежал. Красные точки, отходите. Отбежал, видишь, все отлично. Мне кажется, видишь, нам транквил и так похуй вообще. Мне тоже. Я что рвался. Опа. Я совершенно заступил. Блять, пиво. Кара. Знаю. Я, блядь, гений. Мордаун, ты, блядь, даже в десятке нахуй слакаешь, это пиздец. Чё, гей-оргии, вы что, нахуй, ебанулись? Я выжил, блядь. Ну и всё. Ну всё, где там твой суровый заебал, нахуй? Да не будь его сурового. В смысле, блядь, 30% уже прошло, все. Да. Разы. Я вот, блин, а мы не успеем. Я не зайду нахуй специально. Заходим и бегаем с места стоять. Не понял, что за хуйня. Я поняла, как это делается. Хорош. ГЦ мы смогли. Сейчас бедный алгон такого ДПС, наверное, не видел никогда нахуй. Пришли бы, въебали его ни за что, нахуй. А зачем мы сюда ходили? За темную сущность? Тут, нет, тут рынка хиловская, хулиполовская падает. А. Кому-то что-то надо? Плечи прикольные. На тебе плечи. Че, мы не пойдем на Торим? Где, так ты не сможешь латы лечить? Пошли, сходим. Я знаю. Тебе надо? Планы волки. Зорим нахуй, ладно, похуй. А что, бля, вы еще это? Там же ж надо еще этого убивать нахуй, чтобы к Ториму зайти. Калагана, да. Ладно, добей, господи. Так я их не могу надевать. Шот несу. Да хуйня. Они не добавляются в этот, в... Похуй. Модельки. Ну, он отдай этому. Я отдал Гоше. Ну, мне по сути вообще сейчас нужен с этого Йоксарона, потому что он под белый такой белый. Я такой, бля. Аленкани. Кого? Йодшеден. И кто нахуй? Который в Хиджале. Не в Хиджале. Станвел. А где, блядь? А, мужики, вы зачем? А где, блядь? Станвел. Где нахуй? Солнечный колодец, бляха, на Хильданасе, который находится. Это будет в будущем добавлено? Да, это тест-пресс контент. Подожди, а в Киджале тогда кто нам? В Киджале это Архимонд. А, там Архимонд, блядь, ты что нахуй? Я все время путаю, нахуй. Играем по Калагарну, по туловищу, когда возьмет кого-то. Хоть бы и меня, хоть бы не меня. Правую руку, бьем правую руку на куда-то. Хоть бы не меня, хоть бы не меня, хоть бы не меня, хоть бы не меня. А получается это меня. Это меня. Ой, бля. Балнора взял. Мне пизда. Правую руку сыграйте. Если бабу прожму, меня выпустит. Блять, падла. Вот здесь люди путают все время, где право, где лево, нахуй. А, блять, я думаю... Выбегать, я массакру продал. Я думаю, что я умираю. Бать, гений коннекшн, господа. Хуяся, 150 туда дают. Хуяся. Ко мне стаж. Не, хуяся. Зеленый. Может, это пойдем на группу тебе? Кольцо с меткостью. То, что мне надо. Найс, да.
Это... Пиздец, какой-то КД, нахуй, ублюдское, блядь. Ни черенаска не выпало, блядь. Ни кольцо с ребра не выпало, нахуй. Ни хуйня зуломана не выпала. Пиздец, блядь. Ебанутый, без танка на них лезть. А, убе... Я надеюсь, это сейчас был какой-то риторический вопрос. Я-то но... думал, ты с нами. А тут лучше, да? А тут не разъебывают, да, как в 25-ке? Или разъебывают? Ну, вроде не шотает. Опа, не... Ходер. Так, творим дальше. Пошли на Алгарима, сходим на йога. Можно и на йога так-то. А вот Бойла, жена умерла и изменяла ему с братом, нет? Чего? А вот Орима Полора, жена с братом ему изменяла. Она ему не изменяла с братом. Зачем историю моей семьи рассказывать? Локин, на самом деле, Локин любил жену Торима, ну, она ему изменяла зависимости, и он убил ее. Ну, находясь да. под влиянием, под шепотом древнего бога. А когда он об этом... Ну, когда он понял, что он, короче, косичнул и обосрался очень жестко. И бабы бичи, ну, конечно, нахуй, это просто пиздец, бля, я не знаю. Когда он только понял, что об этом он узнал, он попытал, он сказал, что это эти ледяные великаны, эти сыны Ходера. Сыны Ходера, да. Вот, сыны Ходера, типа, виноваты во всем. И Торим обратил весь свой гнев на великанов ледяных, а они на самом деле были хорошие. И там даже есть цепочка, где ты наоборот это, качай репутацию с Ходерами, ты миришь их с Торимом. А потом ты... это да, там даже есть, да. Да, потом по цепочке ты видишь, как Локина захватывают в плен. И это как раз дракон, который мы пиздим, второй босс в Удуаре. Это на самом деле праматерь драконов, просто драконов. И она как раз является боевым наездником этим. Точнее, боевым драконом Торима. Вот так. Прикольная штука. Там такое вообще лоров есть. Ну, я просто хроники, когда читала, у меня такое ощущение сложилось, будто бы она там... Нет, нет, там такого вообще не было. Такая... Нет. Все, люблю Локина. Там, наоборот, это была о неразделенной любви. Дальше встану. Не вставай, оставь на потом. Я ж масрез дал, тебе не достал? Так она тут, не, она тут ходила. Я не хотела ее пулить. А мало ли... Хренки в обычке. Давайте в обычке, нафиг эту хренку, мы же не за слухами пришли. Блять, там вообще похуй, там Торим уже просто... Давай проверим, я захерю тебя, ровист или нет. Ладно. Больше тебя Войд Бури перехилил. Тебя Войд Бури перехилил. То, что я не хилил. Ладно. А признайся, что ты бичоныш, блядь. Вот и все. Чё ты вот это вот, ну, я не хилил, не хилил, блядь. Да, и какие вы себе эти самые. Ну чё ты можешь, не расстраивайся. Смотрим, Войд, да. Нахилишь еще нормально. Фул БК камни, фул сакеты, грань тьмы. Слышь, там... Войта, Войта, откуда у тебя грань? Когда? Раз, два, ну пять щитов, раз успевай кинуть. Хосты всего 18. Ой, пусти тебя в комнату. Я на подвигаться. А у тебя 2-4? Или 4-4? У меня 4. Уже 4. Дайте пьяным. Мне идти с вами. Не, Люди, не, Рома, 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 оставься здесь, Рома, останься здесь, Рома, останься здесь.
Водитель, зачем еще явились сюда эти чужаки, если не... Чё, да ладно. Стой, стой. Ничего. А. Всё, всё, всё. Да, ты еду вообще могу на этой линии фокусировать. Стой, забеги на стенку, стенку, по правой стороне, по правой стороне. Давай, левой, блядь. Ой, ты разъебывай, лохов. Я имел в виду не то, что этот взрыв. Че, бежим, бежим. Влево, влево убегаем. Илюха, а че тебе сторима надо? А, плечи, токен. Право. А. Да, я понял. Не знаю, я у Д фармлю. Ебать, они откисают, конечно. Пустите меня на танцпол. Пьяно подъебиться. Пьяно, пьяно, веселе. Мы в хэмку поем, че не? Чё, блядь, мы уже дошли до конца, ёпта. Да. Ну так, а нахуй ждать? Ебало я в рот ждать это. Фарбиверс набрали, ебать, по стенке. 50 поинтов брали, охуеть. Блять, у него 5 миллионов, думаешь, мы его не успеем залить, бля, или что? У нас Гера никогда. У нас Гера там уже нету, блин. Прыгать. Я на веселе. Сейчас. Прыгай, я его закрыл. Сифон, ёпт. Сифон, а борода есть? Тифон. Кто понял, тут понял. Так, вот. Ну, Геру давайте сразу. Ну, а Геру? На. Хилы можете под балкон встать. Ну, я так и сделал. Пошли уже, все занесем нахуй. Ну, общем, на, нам же делать там больше нехуй. Так, хули тут осталось. В принципе, да, тут кошатница, блядь, а потом этот нахуй. Тентакля. Юки тентакля бьет. Кошатница, Фрея, Ходер, нахуй, и ну, грубо говоря, все. Слава, а утюга Фейнки мы, ой, этого Мимирона дерганем? Но я пас, да? Почему я не могу открыть? Не могу открыть. Сука. Сюда, на. Равист, какой нахуй не роль? Давай, дай мне плечи некрасивые сразу. Плечи, что ли? Некрасивые, дай мне плечи, пожалуйста. Я тебе МК давал, давал, нахуй. Когда я все это не делал? Че, идем дальше? Заломанный, блядь. Тебе нужны ноги, Дима? Я распылить хотел. А, ну. Плечи мне отдай, нахуй, обрыга. Ни шмота, ни осколка, ебать. Обидно. Это разбойник, рыцарь смерти, маг, друид, нахуй. Нахуй мне эта хуйня, блядь. На, Ром. Утешительный приз, блядь. Чё, всё? Я не знаю, ты на йогу вроде хотел. Какой йог, всё, давайте. А нахуй, нахуй-то ебатория нужна, блядь, в пизду его, нахуй. Я понял.